21-й старт. В Улан-Удэ проходит традиционный книжный салон. Уже более 20 лет у жителей Бурятии есть возможность пообщаться с известными писателями, узнать много о литературе, изданной в республике. В этот раз одной из самых знаменательных новинок бурятской литературы стала книга «Гвардии полковник Барсоев» о герое Советского Союза, офицере, который лишь один день не дожил до победы в Великой Отечественной, Владимире Барсоеве. Когда я знакомился с биографией Владимира Владимировича Барсоева, мне было очень жаль, что он погиб на пороге победы, потому что это был как бы очень неординарный человек, он великий человек. То есть его ценили на самом деле все, собственно говоря, видные военачальники. Ну, итогом нашей совместной работы получается вот такая прекрасная книга. Ее стоит пролистать и, наверное, приобрести для каждой школы, музея и в семью, кто неравнодушен к истории нашей Родины. Он ни дня не учился в средней школе, вообще в школе не учился, но одолел грамоту самостоятельно и сдал экзамены, получил аттестат. Это о чем-то говорит, наверное, да? И цель была у него в жизни поставлена, чтобы стать офицером, и у него получилось. Всего в рамках книжного салона презентовали более 30 книг. Также прошел ряд встреч с писателями, в том числе с всемирно известным автором бестселлеров Татьяной Поляковой.